Моют дороги, красят бордюры и убирают мусор. На улицах Самары кипит работа. Службы благоустройства продолжают убирать город после зимы. По словам специалистов, рабочие почти закончили наводить порядок на площади Куйбышева, проспекте Ленина, улицах Гагарина и Полевой. Сейчас они трудятся на Волжском проспекте. Подкрашивают бордюры, ограждения, урны и деревья. Здесь с задачей справились более чем на 80%. Погодные условия на этой неделе наконец-то нам позволили работать и днем, и ночью. То есть, если мы раньше могли пылесосить, отрабатывать прилотковую часть только днем, так как ночью уходили на минусовые температуры, сейчас мы в полном объеме работаем круглосуточно. Каждый день в городе трудится около 270 человек. Рабочие признаются, их главная задача – привести Самару в порядок после зимы. Трудимся на благо городу, чтобы Самара была чистая и красивая. Местные жители уже успели оценить работу коммунальщиков. Здесь прекрасно, в городе вообще замечательно. Молодцы, все прекрасно, все хорошо. Так держать. Набережная выглядит прекрасно. Можно иностранцев приглашать. Уже более месяца сотрудники муниципальных предприятий наводят чистоту в городе. Работа кипит не только на улицах. Постепенно облагораживают и общественные пространства. Специалисты должны справиться с поставленной задачей до конца апреля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.